Концерт под названием «Рис Девяной зустречи» в детской школе искусств начал хорошо знакомый даже за пределами Славутича дуэт Ростислава Максименко и Давида Баратова. Это был концерт прощания с циклом новогодне-рождественских праздников 2020 года. В программе принимали участие ученики вокально-хорового и музыкального отделений детской школы искусств. Аплодисменты звучали после каждого номера, а юных артистов это подстегивало, и они старались показать свое творчество и исполнительское мастерство с лучшей стороны. Память о замдиректора ДШИ Надежде Павловне Аниковой прозвучала песня в исполнении Михаила Гонтаря, партия на скрипке Татьяны Плохониной. Отметим также, что концерт был благотворительный. Собранные деньги в сумме 6247 гривен будут переданы на лечение онкобольных детей. Полный зал зрителей проникся атмосферой украинских колядок и щедривок и не жалел аплодисментов для воспитанников детской школы искусств.
концерті прийняли участь і тріо «Нота Бена», і народна хорова капела «Натхнення». Oh!